коронавирусом справились 5 ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 236 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки выявили один случай заражения. Новых летальных исходов не зарегистрировано. Главную новогоднюю елку края зажгли на площади Ленина в Ставрополе. Скоро возле нее откроется резиденция Деда Мороза. Губернатор Владимир Владимиров проверил готовность площадки. В этом году событие прошло без массовых гуляний. Тем не менее, иллюминацию и атрибутику Нового года сохранили. Готовность есть, каток работает, инфраструктура налажена, елка налажена. Вот сейчас проверяем все. Все загорелось, поэтому в этом году... По понятным причинам торжество, конечно же, мы опустили, но тем не менее атрибуты Нового года должны быть в городе. Для детей, смотри, сколько детей ходит. И для нас, на самом деле, чтобы какое-то настроение придавалось. В селе Разгири завершили ремонт дорог на улицах Ленина и Ставочной. Там обновили покрытие, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья. Сейчас устанавливают бордюры на улицах Энгельса, Симоненко, Первомайской и Урожайной. Работы проводят в рамках краевой госпрограммы развития транспортной системы. В станице Кармалиновской благоустроили парковую зону. Специалисты сделали пешеходные дорожки, установили лавочки, провели уличное освещение, сообщили в управлении пресс-службы информационной политики губернатора и правительства Ставрополья. Ранее в станице оборудовали крытую сценическую и спортивные площадки. В этом году объекты объединили в общую парковую зону. Работы прошли в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Благодарненскую районную больницу закупили мебель. Ее обновили в Сотниковской, Спасской, Александрийской врачебных амбулаториях, а также в Мирнинском фельдшерско-акушерском пункте, рассказали в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья. В педиатрическое отделение поставили 20 детских кроватей. На это выделили деньги из краевого бюджета.